привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Все ссылочки в описании. И сегодня у нас 22 марта. Наконец-то вышло солнышко. Замечательная ясная погода. Смотрите, какое спокойное и прозрачное море. Ветра нет. Люди загорают, купаются. Ну, как купаются? Мочат ноги. Море просто гладкое, как зеркало. Еще раз напомню, температура воздуха где-то 12-13 градусов. На солнышке достаточно жарко. Но сам воздух по-прежнему холодный. Вот смотрите, есть загорающие. Кто-то ходит в зимней куртке, а кто-то уже в купальнике вовсю загорает. Город готовится к сезону. Скоро будет лето. Смотрите, какая приятная водичка сегодня. В общем, обязательно подписывайтесь на мой канал. Смотрите «Черное море» каждый день. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока!